Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Новороссия» итоговый выпуск новостей. В студии для вас работает Дмитрий Подорожник. И далее о главных событиях этой недели. Министерство обороны Донецкой Народной Республики предоставило очередной отчет. Подразделения украинских карателей два раза нарушили режим прекращения огня. Со стороны населенного города Пески с позиции 93-й отдельной механизированной бригады под командованием полковника Владислава Клочкова обстрелы из БМП и стрелкового оружия с применением АГС подвергся район Вольво-центра города Донецк. В связи с подготовкой к проведению местных выборов в Украине 25 октября отмечается стягивание подразделений силовых структур в населенные пункты по всей линии соприкосновения. Так, в населенные пункты Константиновка, Красноармейск, Дружковка отмечено прибытие батальонов сотрудников МВД для усиления контроля за соблюдением правопорядка. Также в городе Краматорск отмечается усиление военных патрулей. Однако, несмотря на прибытие подразделений МВД Украины, которые обязаны поддерживать внутренний порядок, подтверждаются многочисленные факты мародерства личным составом вооруженных сил Украины в отношении мирных жителей. Многочисленные жалобы в отношении действий военнослужащих Украины поступают от жителей населенного пункта Желанное и близлежащих сел Ясиновацкого района. Таким образом, военно-политическое руководство Украины продолжает игнорировать подписание Минских соглашений в части, касающейся соблюдения режима прекращения огня. Кроме того, вышеуказанные факты подтверждают аморальное состояние личного состава вооруженных сил Украины, которое выражается презрительным отношением к гражданам, проживающим на подконтрольной им территории, и совершении украинских военнослужащих военных преступлений. 16 октября вечером состоялся брифинг уполномоченного представителя ДНР по правам человека. Дарья Морозова сообщила о том, что украинская сторона уклоняется от выполнения минских договоренностей, о чем свидетельствует срыв обмена пленными, который должен был состояться в формате 10/5. Три дня шли переговоры, плюс на нас, на наших ребят, которые там находятся, на наших родственников, которые здесь находятся, было оказано такое довольно большое моральное давление. Чтобы вы понимали, три дня назад ребят собрали, раздали всем по телефону и попросили позвонить родственникам с таким текстом. Будьте любезны перезвонить, нас приготовили на обмен, нас привезли, будьте любезны перезвоните Дарье Морозовой, остальное все в ее руках. Примерно в количестве 50 человек. Нам поступали звонки как ко мне, к Дарье Морозовой, так и в сторону Луганской Народной Республики Ольги Копцевой. Это представитель тоже по гуманитарным вопросам в Минске. Вот, три дня мы отбивались, три дня очень долго шел переговорный процесс. В итоге мы вчера договорились об обмене. 10/6. То есть на сегодняшний день, на данную минуту, на самом деле мы должны находиться не здесь, а все успешно ехать в Луганск и менять наших ребят. Но, к сожалению, в самый последний момент от украинских переговорщиков выяснилось о том, что русским языком они просто блефовали. Никаких ребят они не собрали в Краматорске, никаких ребят там не было. Они просто по СИЗО раздали мобильные телефоны по списку, попросили, приказали их позвонить нам. Создали вот такую вот ситуацию, и когда мы сегодня уже вышли с предложением на процесс обмена, то есть мы уже были готовы выезжать, украинская сторона сказала, что обмен не состоится. А разговор был между переговорщиками и Ольгой Копцевой, она записала это все на мобильный телефон, то есть весь разговор, содержимость разговора была такова, то есть вы понимаете, что сейчас срывается обмен по инициативе украинской стороны, да, к сожалению, мы это все понимаем, но обмена 10/6 не будет, будет обмен либо 10/8, либо 10/10. И наших ребят, со слов украинской стороны, опять развезли по СИЗО, хотя я считаю, что это абсолютно неправда, это блеф полнейший, ребят оттуда и не вывозили. И на данный момент, то есть, к сожалению, обмена нет. Вот такая вот ситуация. Мы ни о ком не забываем, мы действительно хотим поменять всех, которые там находятся, но вот украинская сторона, к сожалению, устраивает такие вот провокации. 16 октября в зале Дома правительства состоялось пленарное заседание парламента Донецкой Народной Республики. В повестку дня входили 5 законопроектов, 2 из которых были исключены, так как нуждались в доработке. Законопроект о праздниках был рассмотрен в первом чтении и единогласно отклонен, так как не является целесообразным в данный период времени. Депутат от фракции «Свободный Донбасс» Сергей Сверчков вынес на рассмотрение проект закона об автомобильных дорогах. Все 88 присутствующих депутатов проголосовали за его принятие уже в первом чтении.
На второе чтение вынесены законопроекты о городском электрическом транспорте и о железнодорожном транспорте. После внесения поправок оба проекта были утверждены. На пленарном заседании сегодня в пятницу было принято два проекта закона от имени нашего комитета по транспорту и связи. Первое – это процедура второго чтения о законе о горэлектротранспорте. Приняли правки комитета и голосование второго чтения. И в первом чтении был принят проект закона об автомобильных дорогах. То есть над этими проектами работали профильное министерство, Министерство транспорта, представители города Донецка, администрация города Донецка, ГП «Автодор», Академия автомобильного транспорта Донецка и постоянно присутствовал представитель главы республики. Законопроект это наша уже Донецкая Народная Республика, часто присутствуя на каких-то передачах, задают вопрос, чем он лучше, чем он хуже по отношению к Украине, украинским законам, потому что принятие закона в Донецкой Народной Республике отменяет уже действие закона, применяемого на украинском, которое было действовало. То есть это уже законы наши, Донецкой Народной Республики, они писались и голосовались, обсуждались не олигархическими какими-то кланами и депутатами Верховной Рады, а обсуждали с депутатами Донецкой Народной Республики, были посещения всех заинтересованных ведомств, троллейбусно-транспортного управления города Донецка. То есть мы не вносили какие-то правки, которые будут способствовать каким-то интересам этих законов. То есть это был живой диалог с представителями, учитывали мнение каждого и, думаю, мы готовим нужный закон Донецкой Народной Республики, который будет способствовать улучшению нашей жизни. Особое внимание уделили Временной комиссии Народного совета по расследованию мошеннической деятельности Сергея Курченко и аффилированных с ним структур, которая начала свою работу с 12 октября и провела уже два заседания по этому вопросу. Сейчас проходят сборы и обработка информации. О первых результатах станет известно уже к концу следующей недели. По результатам оперативной работы органов исполнительной власти уже решен вопрос с поставками газа на территорию республики. Это исключительно будут государственные поставки газа. Уже никакие частные и лица, в частности Курченко, другие аффилированные структуры не смогут поставлять газ. Это будут исключительно государственные поставки. Давление газа уже нормализовали, поэтому наши граждане могут не переживать по поводу того, что зиму они встретят в холоде. Все работает в штатном режиме. Государственность Донецкой Народной Республики обуславливается, конечно же, ростом. И для нас важно общение, для нас важно находить неких компромиссных решений. Нам важно, чтобы слышна была исполнительная власть, так непосредственно ей реализовывать все принятые законы Донецкой Народной Республики. Но также не конкретно нужно обезопасить граждан Донецкой Народной Республики, чтобы решения были адекватными, чтобы решения носили сугубо социальный характер и, конечно же, учитывали все интересы граждан Донецкой Народной Республики. Кристина Крымова, Виталий Чех, Алина Боярская, Новороссия ТВ. Понедельник, 12 октября, в Доме правительства состоялось заседание рабочей группы экспертного совета при Комитете Народного совета Донецкой Народной Республики по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. Антикоррупционное законодательство само по себе является неотъемлемой частью формирования всей правовой политики Донецкой Народной Республики. И создание специальной нормативно-правовой базы, которая будет способствовать борьбе с коррупцией, будет идти на пользу как экономике нашего государства, так и социальной политике. Членами экспертного совета при профильном комитете Народного совета ДНР был разработан новый механизм выявления коррупционных правонарушений в республике. На заседании была представлена новая модель функционирования системы противодействия коррупции в ДНР в рамках законопроекта о противодействии коррупции, главным разработчиком которой выступил доктор юридических наук Владимир Беляев. Разрабатывая данный законопроект, мы исходили из анализа факторов, которые свидетельствовали о истории борьбы с коррупцией, которая была раньше. Как боролись с коррупцией на протяжении последних 25 лет, мы знаем по результатам противодействия коррупции. Вот. И мы, конечно, анализировали
анализировали систему, которая работала, и изучали ее особенности. Следует сказать, что да, раньше система противодействия коррупции была, она действовала, но она была крайне неэффективной. Неэффективной прежде всего по тем причинам, что она работала по так называемой реактивной модели. То есть борьба с коррупцией строилась по факту коррупционных правонарушений. И фактически ситуация была построена таким образом, что специальные субъекты, которые противодействовали коррупции, они документировали коррупционные правонарушения, преступления. Вот. Но масштабы коррупции от этого не уменьшались, а наоборот увеличивались. На заседании присутствовали профессора, юристы, судебные эксперты, представители Министерства юстиции ДНР, адвокаты, представители администрации главы республики и представители Союза предпринимателей ДНР. Мы же отслеживаем здесь, центр будет отслеживать системность. То есть где она создается, эта система взята? Она в системе создается. И на каком этапе? То есть, и это поменять не Иванова, Петрова. Мы можем туда кидать Иванова, Петрова, сажать и потом в ту систему кидать, они все равно будут этим заниматься. Ну будут, потому что это сама система их переваривает и выдает такой продукт взятка-взятия. Ну не поверьте, это любого человека кинь в систему, он все равно будет таким же. Ну система его сожрет, он будет делать то, что сама система ему говорит. Вот здесь как раз и говорится о том, что новшество в чем и заключается, что приходя информация здесь обрабатываешь в этом центре, и говорит, надо менять систему, не человека Иванова, Петрова. Я понимаю, там нравственные там, и так далее, процесс воспитательный. Но здесь вот мы говорим, менять систему. Основным вопросом, рассматривавшимся на заседании, было создание независимого центра мониторинга данных о коррупционных правонарушениях и разработка этим центром антикоррупционных рекомендаций и подготовка проектов поправок к законодательству. Сегодня на комитете был рассмотрен законопроект о противодействии коррупции. Данный законопроект уже был принят Народным советом в первом чтении и был поддержан абсолютным большинством депутатов. Сейчас мы готовим законопроект ко второму чтению. В него внесено ряд изменений и дополнений. Как основное, будем считать, новшество данного законопроекта является введение такого понятия, как аналитического центра, который будет анализировать информацию, систематизировать и предоставлять главе государства в виде указов своеобразные механизмы устранения коррупционных действий именно на уровне нормативно-правовых актов, законов и подзаконных актов. Создание Центра мониторинга данных о коррупционных правонарушениях как самостоятельного органа соответствует логике государственной политики укрепления законности и прозрачности принятия решений в ДНР в данное время. Дмитрий Зиньковский, Елена Чистякова, специально для Новороссия ТВ. А 15 октября в Донецкую Народную Республику прибыл 41-й гуманитарный конвой из Российской Федерации. Белые грузовики привезли более 600 тонн груза, который уже распределен и в ближайшее время будет доставлен по адресам. Автомобили 41-й гуманитарной колонны МЧС России прибыли в Донбасс, где сейчас на пунктах приема в Луганской и Донецкой областях началась разгрузка гуманитарной помощи. Это порядка 1200 тонн гуманитарного груза, в том числе продукты питания. Молочные, мясные и рыбные консервы, макаронные изделия, крупы, чай, а также свыше 60 тонн медикаментов. Благодаря содействию патриарха Кирилла в формировании груза принял участие благотворительный фонд новомучеников и исповедников Христовых. В ходе акции «Дети России детям Донбасса» было собрано 10 тонн груза, которые также были доставлены в составе гуманитарного конвоя. Груз собирался по крохам. Он собирался в основном школьниками. Вот детская литература, прямо дети на них писали, что это мы, Одинцовская там гимназия, такая-то школа, именно детям Донбасса тоже, ну вот они, это именно дети передавали литературу, а детское питание, обувь, это Котофей, это фонд Яны Поплавской, фонд новомучеников и исповедников Христовых. Уже известно, куда распределится эта гуманитарная помощь? Она уже, конечно, просто так она сюда не приходит, она уже распределена. Здесь частью уйдет, немножко уйдет сейчас на Луганскую Народную Республику, я как представитель Луганской, фонда Луганского. Часть уйдет на Луганск, а в основном это здесь Иловайск, Макеевка,
Пантелеймоновка, Ясиноватая. Место разгрузки с рабочим визитом посетил и председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин. Я и так знаю, что происходит, каким образом происходит. Но сейчас гость из Киева, которого я пригласил еще в Москве, будучи, вот я думал, это давно уже развеяно, да, непосредственно миф о том, что в белых КАМАЗах завозятся танки, самолеты, снаряды, оружие и прочее. Но, к сожалению, нет. И для меня сейчас важно было вот таким образом спонтанно продемонстрировать, что же на самом деле завозится сюда. И я уверен, что он теперь, увидя своими глазами, скажем так, для своих соотечественников, для простых граждан Украины, донесет, что пропаганда с украинских СМИ – это пропаганда, но не более того, и она не соответствует действительности. Весь груз распределен Центром управления восстановлением ДНР по социально значимым объектам. А грузовики по окончанию разгрузки отправятся в Ростов для подготовки к отправке следующей гуманитарной помощи в Донбасс. Кристина Крымова, Алина Боярская, Новороссия ТВ. 16 октября состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к годовщине Центра управления восстановлением ДНР. За год в Донецкую Народную Республику было доставлено более 50 тысяч тонн гуманитарного груза из Российской Федерации. В начале мероприятия для почетных гостей и сотрудников аппарата состоялся показ фильма о деятельности ЦУВ ДНР, по завершению которого начальник ЦУВа Владислав Томашевский выступил перед гостями с докладом о проделанной работе. На сегодняшний день под контролем Центра управления восстановлением был принят 41 гуманитарный конвой от МЧС Российской Федерации. Общим весом порядка 53 тысячи тонн с продовольствием и строительными материалами. Полученная гуманитарная помощь распределяется в Центр управления восстановлением на заседаниях Государственной комиссии по вопросам восстановления социальных сфер, объектов жизнеобеспечения и по работе с гуманитарными грузами. Так, благодаря полученному продовольствию обеспечивается бесплатным питанием ежедневно около 5000 жителей республики в социальных столовых. За год Центр управления восстановлением провел колоссальную работу, благодаря чему граждане ДНР обеспечены самым необходимым. Отличившиеся сотрудники ведомств были награждены грамотами, а за решительные действия почетной медалью МЧС ДНР наградили начальника ЦУВа Владислава Томашевского. Дарья Черничная, Елена Чистякова, Новороссия ТВ. 15 октября состоялась встреча министра образования Донецкой Народной Республики Ларисы Поляковой со студентами донецких вузов, принимавших участие в 10-м юбилейном фестивале науки, который проходит ежегодно в Московском государственном университете. Делегация представителей крупных вузов Донецкой Народной Республики побывала в столице Российской Федерации. Это молодые ученые, аспиранты, студенты старших курсов, которые серьезно интересуются наукой и которые не останавливаются на получении диплома бакалавра, магистра или специалиста. Инициативы мы, конечно же, сформируем, поставим цели и задачи, чтобы в дальнейшем наши вузы смогли принять в этом активное участие. Спасибо большое Министерству образования и науки Донецкой Народной Республики, то, что вы предоставили нам такую возможность посетить такого уровня мероприятия. На протяжении пребывания в Москве наши ребята могли выбрать по своим интересам и направленности мероприятия, тренинги, мастер-классы, лекции, выставки и принимать активное участие в них. Чтобы сделать науку более популярной, в прямом смысле слова «популярной», нам нужно перенять у Московского государственного университета именно стиль проведения лекций. Подача. Для начала стиль подачи. Студенты и получают знания, и смотрят некий концерт. Людям приятно. Теперь ребятам предстоит воплотить все свои впечатления, приобретенный опыт в реализацию задуманных планов в республике. Именно студенчество, наше молодое поколение, может дать старт научному прорыву в Донбассе. Мы развиваем это сотрудничество буквально за короткий промежуток времени. Вот 2 последних месяца мы заключили несколько договоров. Мы участвовали в нескольких уже мероприятиях совместных. Нас приглашают, нас принимают, нас слушают. И мы сотрудничаем и в плане развития образования, и в плане развития науки. Маргарита Миронюк, Виталий Чех, Новороссия ТВ. 8 октября в редакции газеты «Новороссия» состоялось торжественное вручение членских билетов новоспеченным членам Союза журналистов Донецкой Народной Республики. Коллеги, еще раз разрешите поздравить вас с получением удостоверения Союза журналистов. Работу вы выполняете качественную, нужную. Вас читают
ищут вашу прессу в ларьках, спрашивают. Пожелать вам, разрешите, творческих успехов, развития и признания во всем мире. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Мирослав Владимирович, разрешите. Спасибо. С честью буду использовать, так сказать, это удостоверение, писать на благо Донецкой Народной Республики, как и все, весь наш союз журналистов. Спасибо. Ура. 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 Мероприятие прошло при поддержке Министерства информации ДНР. В ряды Союза журналистов в тот день было принято 46 желающих. Всего Союз журналистов ДНР насчитывает сейчас порядка 126 человек. И еще несколько десятков ожидают решения о принятии. Вот что о мероприятии рассказал председатель Союза журналистов ДНР Виктор Петренко. Мы приехали, чтобы вручить торжественное удостоверение Союза журналистов в газете «Новороссия» издателям и провести небольшое собрание. Рассказали, как было проходить. Проходили встречи Союза журналистов Донецкой Народной Республики в Кубани по приглашению Смеюхи Вячеслава Сергеевича и рассказали вкратце о том, как проходили встречи, как будет развиваться Союз журналистов, ну и в целом помочь людям, чтобы удостоверение теперь официально могли принимать во всех органах Донецкой Народной Республики. Одним из вновь принятых стал депутат Народного совета Мирослав Руденко, который рассказал о важности консолидирования всех журналистов Донецкой Народной Республики. Я рад тому, что вот сегодня Союз журналистов Донецкой Народной Республики вручил свои первые удостоверения, и в том числе одно из них мое. Я с гордостью буду носить его и с еще большим вдохновением работать над статьями, которые, конечно, в большей степени касаются каких-то исторических, политических вопросов, то есть это моя специфика. Замечательно, что это один из первых наших творческих союзов, который активно работает, который объединяет огромное количество людей, и пишущих журналистов, делающих телепередачи, интернет-проекты. Я думаю, вот это та сила, которая сможет открыть миру глаза на то, что происходит на самом деле в Донецкой Народной Республике, сможет утвердить интересы республики и сможет полноценно информировать наших сограждан, наш народ и таким образом пробить стену информационного пространства, которую создает коллективный Запад, которую создает Украина, и добиться убедительной победы в той необъявленной информационной войне, которая сейчас идет и которая не менее важна, чем то, что происходит в реальном мире. Потому что сначала меняется сознание человека, а потом уже идут дальнейшие поступки. Дмитрий Зиньковский, Елена Чистякова. Специально для Новороссия ТВ. Отопительный сезон Дебальцево начался уже на этой неделе. Мы наведем порядок и восстановим этот многострадальный город. Об этом заявил исполняющий обязанности главы администрации города Алексей Грановский. В результате боестолкновений, случившихся зимой 2015 года, в Дебальцево разрушено 80% жилых домов и объектов инфраструктуры. Сейчас власти Донецкой Народной Республики занимаются восстановлением этих разрушений. 12 октября исполняющий обязанности главы администрации города Алексей Грановский заявил, что в Дебальцево из 152 домов к отопительному сезону готовы всего лишь 16. 138 ремонтных бригад приступили к восстановительным работам. Также он отметил, что на данный момент 8 городских котельных не готовы к запуску, но эта проблема будет решена в скорейшие сроки. В городе создан координационный штаб при участии Министерства строительства и работников теплосетей республики. По словам Алексея Грановского, отопление включат не только в уцелевших домах, но и в частично разрушенных постройках. 138 домов фактически не готовы к запуску отопительного сезона. Сейчас создан координационный штаб по запуску отопительного сезона. Туда вошли представители Министерства ЖКХ. Туда же вошли и наша теплосеть, и, соответственно, мы пригласили всех, кого могли, с Донецкой Народной Республики, все коммунальные службы. Это около 138 ремонтных бригад, которые с завтрашнего утра, с 8 утра, начинают работать на территории Дебальцево. И к 18 октября мы запустим отопительный сезон. Там, где дома разрушены, фактически даже есть дома, в которых снесены этажи, даже в этих домах мы будем закрывать, закольцовывать систему отопления, чтобы хотя бы на тех четырех этажах, в пятиэтажках, если снесен этаж, на тех четырех этажах было отопление, то есть как-то закрывать, но в Дебальцево люди будут с теплом со 17 числа. Исходя из того, что огромная часть жилого фонда не подлежит восстановлению, в Дебальцево уже начали строительство 111 новых частных домов для людей, лишившихся крова. Когда эти 111 домов будут выстроены, пилотный проект закончится, у нас будет программа по строительству остальных домов.
Еще раз говорю, у наших более 1000 домов, ориентировочно 1300 домов, которые необходимо полностью построить. Вот. И параллельно же сейчас идет ремонт частного сектора. Это из более 10 тысяч домов пострадавших, на сегодняшний день выбран пилотный проект по восстановлению 2000 домов. Вот. Но это уже по всей республике. На сегодняшний день закупаются материалы, материалы будут распределены по административным районам, по городам. Вот. Там созданы штабы, которые будут распространять эти материалы жильцам, бесплатно раздаваться, естественно, будет, вот, социально незащищенным, и они будут восстанавливать свои дома. Вот. С привлечением волонтеров, с привлечением специалистов с фонда занятости людей. Попали в рынок. Я на следующий день забрал семью свою, это маленькую дочь и жену. Я уехал в Рзуф. Был в Рзуфе, ждал, и через несколько дней постоянно созванивался с родителями, которые оставались здесь. Отец оставался, у него всегда лишний нерв защемило, и я уезжал, он лежал. Вот. И созванивался каждый день, и потом в один из вечеров позвонили моей жене и сказали, что район, наш район, он весь в огне, дым идет и пламя. Вот. Ну, я не мог дозвониться родителям ни по одному телефону. Конечно, переживал, очень переживал. Вот. И потом дозвонился все-таки маме, и мама сказала, что дома больше нету. Ну, сказать, что я расстроился, это ничего не сказать. Потому что я родился в этом доме, я вырос в этом доме, я все делал для этого дома. Это было мое все. И моя дочка выросла в этом доме. Жители многострадального Дебальцево до сих пор вспоминают те ужасные события, не понимая, почему украинские военные обстреливают мирное население Донбасса. Огромное спасибо, низкий вам поклон. Спасибо, вы освободили только меня от дома, кого-то еще. Это меня от дома, кого-то вы освободили от родственников, от близких. Дарья Черничная, Виталий Чех, Новороссия ТВ. Торжественное мероприятие, посвященное открытию живого святого источника, состоялось 14 октября в поселке Ханжонково в советском районе города Макеевка. По просьбе прихожан был освящен родник. Потом это место было забыто. Но спустя 8 лет, в 2007 году, на службу пришел отец Стефаний. И было решено провести повторное освящение креста и малое освящение воды. Вскоре стали заниматься этим вопросом. Обустройство, поиском людей. И на сегодняшний день с помощью прихожан и администрации Советского района в день светлого праздника Покрова Пресвятой Богородицы свершился чин освящения этого святого места. И мы искренне верим в то, что люди найдут здесь утешение, черпая эту воду, будут вспоминать о Боге. Этот источник был известен давно, но последние годы он находился в заброшенном состоянии и купель была разрушена. Силами частных лиц и нескольких организаций он был восстановлен и прилегающая к нему территория очищена. На торжественное открытие собрались местные жители, которые пришли на службу, несмотря на довольно сильный холодный пронизывающий ветер. Они набирали воду из источника в емкости, некоторые омывали лица. Отец Стефаний осветил источник и купель, которые славут у людей целебными. Некоторые смельчаки тут же испробовали октябрьскую студеную воду. На мероприятии присутствовали официальные лица, представители администрации района и города Макеевки, которые приняли участие в озеленении прилегающей территории. Мы уже много раз говорим о возрождении наших духовных традиций. Вот эти традиции позволяют нам с мудростью воспринимать те события, которые проходят у нас сейчас, помогают нам в жизни. То есть вера, духовная вера, это очень важно для каждого человека. В такое тяжелое время для нашей республики наши жители не падают духом, наоборот, они возрождаются духовно. Вот недавно мы в Советском районе открыли памятник, построили памятник Александру Алексеевичу Ханжонкову, буквально в августе. Вот сегодня мы открыли вот эту чиносвящение, провели такого значимого для всех верующих вот, священного родника, священного креста, священной купели. Посадили рощу, 30 лип, 20 берез. Вот в этом месте, это теперь место будет святое для всего нашего города. Так что мы хотим, чтобы у нас было хорошо. Мы это делаем, чтобы у нас было хорошо. Дмитрий Зиньковский, Виталий Чех. Специально для Новороссия ТВ.
Многие церковные праздники являлись наследниками древних народных. Имена, события, идеи христианства интерпретировались народом на свой лад, приближались к повседневным нуждам. А Покров-день – это праздник, установленный Русской Православной Церковью в память о явлении Божьей Матери, распростершей над осажденным городом и народом свое головное покрывало – белый покров. В Донбассе всегда чтили древние традиции. Вот и сегодня в Донецком республиканском краеведческом музее была представлена новая выставка, очень символичная для такого дня. Работы донецких мастериц-рукодельниц порадовали взор дончан и вновь напомнили присутствующим о силе, связывающей нас с предками. В правой моей руке мой красный большой праздничный рушник. Это двусторонний, это настоящий образец настоящего свадебного рушника. Настоящий красным вышит на домотканной полотне двусторонним. Если посмотрите, лицо и изнанка абсолютно одинаковые, разницы между ними нет. И белые разделяют, святогорские мактивы разделяют вот эти красные, чтобы они не сливались друг с другом. Некоторые рушники и вообще произведения типа вышивки сразу создается образ, и тогда это легче и быстрее. А иногда это делается постепенно, вот, как и литературное произведение, точно так же. Все строчка за строчкой. Изучение, сохранение и развитие традиций народного творчества стало основой деятельности Донецкого республиканского учебно-методического центра культуры и искусства. Вышивка нитками и бисером, кружевоплетение, валяние и многие другие виды декоративно-прикладного искусства были продемонстрированы сегодня дончанам. Вера Харина изготавливает работы одной из сложнейших техник – коклюшное кружево. Она создает целые произведения, которые требуют немалой сосредоточенности и усердия. Эти работы нельзя распустить. Работы крючком и спицами, если что-то не понравится, можно распустить и из этой же нитки опять сделать новую работу. Коклюшечное кружево не распускается. То есть это надо делать сразу, начисто, набело. Вот у меня жилет тоже сделан в такой технике. Это самое сложное считается кружевоплетение. Ну и все остальные тоже. И вышивка крестом, и вышивка гладью, бисером. Все требует внимания. Все требует сосредоточенности, трудолюбия. В своей земной жизни Матерь Божья тоже занималась рукоделием. Она делала ткани, она вышивала, она что-то вот плела. То есть она нам очень близко, и как родной человек. И мы очень любим этот праздник. И с удовольствием его отмечаем. Посетители выставки имеют возможность ознакомиться с разнообразием направлений народного творчества, оценить талант самодельных мастеров, а также приобщиться к мастер-классам, которые будут проводиться в течение экспонирования выставки. А с целью совершенствования мастерства, обучения всех желающих и воспитания творческой молодежи на базе Республиканской библиотеки имени Крупской работают клубы любителей вышивки и кружевоплетения. Самодеятельное искусство тем и ценно, что рождается среди людей и для людей. Маргарита Миронюк, Геннадий Горбунов, Новороссия ТВ. Республиканский центр занятости Донецкой Народной Республики сообщил о текущей ситуации на рынке труда. С начала года и по сегодняшний день в республиканский центр обратилось порядка 42 тысяч граждан, желающих трудоустроиться. Исходя из статистических данных, сотрудники ведомства подсчитали, что 44% всех соискателей – это молодежь возрастом до 35 лет. Также были озвучены и размеры заработной платы, предлагаемые работодателями в зависимости от вакансий и уровня квалификации труда. Средний размер заработной платы составляет 4519 рублей. Удельный вес вакансий с минимальной заработной платой менее 10%, 9,5%. Удельный вес вакансий с заработной платой, превышающих 5000 рублей, 26%, ну, то есть приближается к третьей части. Остальные вакансии более 60% вот в этом диапазоне, то есть от 3 до 5000 рублей. За период работы Центра занятости с начала 2015 года работодателями было подано около 17 300 вакансий, по которым уже смогло трудоустроиться 10 500 человек на постоянной основе и более 13 000 человек на временной основе. Анна Триксель, Дмитрий Русский, Новороссия ТВ. А 7 ноября 2014 года Кабинет министров Украины принял постановление номер 595, которым утвержден временный порядок финансирования бюджетных учреждений, осуществления социальных выплат населению и предоставления финансовой поддержки отдельным предприятиям и организациям Донецкого и Луганского регионов. На этой неделе Высший административный суд Украины принял решение, которым признал незаконным данное постановление. Глава Совета адвокатов Донецкой Народной Республики Алексей Жигулин прокомментировал принятое решение.
Высшим административным судом сегодня в Украине принято решение, которым, по сути, поставлена точка в споре граждан Донбасса и Кабинета министров Украины относительно признания незаконным 595-го постановления, которое подписано Яценюком, и которым, по сути, была запрещена выплата пенсий и иных социальных пособий жителям Луганской и Донецкой Народной Республики. Хочется отметить, что выплаты пенсии и социальных пособий были прекращены Украиной еще в июне 2014 года нашим жителям. И, по сути, вот вынесение сегодня такого решения является следствием того давления, которое оказывалось на Украину, в том числе и правозащитниками из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики. Хочу отметить, что была избрана стратегия такой правозащитной деятельности по трем направлениям. Обжалование непосредственно самого нормативного акта, вот 595-го постановления. Также было собрано и подано в украинскую юрисдикцию порядка более 10 тысяч исков от конкретных пенсионеров в украинские суды. Ну а кроме того, еще было предъявлено довольно большое количество исков в Европейский суд по правам человека к государству Украина с тем, чтобы взыскать причитающиеся людям пенсии и другие социальные выплаты. Теперь при состоявшемся сегодня решении о признании незаконным 595-го постановления Кабинета министров ответчик обязан опубликовать резолютивную часть данного судебного акта в официальном издании, которое называется «Урядовый курьер» в Украине. И с этого момента будет официально объявлено о том, что вот этот нормативный акт, который запрещал эти социальные выплаты, он является незаконным. Теперь мы, конечно, должны понять, каким образом произойдет реальное исполнение такого судебного решения, поскольку Украина обязана создать теперь реальные механизмы для выплаты пенсии, социальных пособий гражданам, которые проживают на территории Луганской и Донецкой Народной Республики. И необходимо отметить, что это также соответствует и пункту 8 Минских соглашений, потому что Украина обязана создать некий механизм для таких выплат. И, конечно, эти выплаты должны произведены быть в полном объеме, и за весь период их непроведения должна быть выплачена вся задолженность и пенсионерам, и матерям-одиночкам, и пенсии по инвалидности должны быть выплачены, все социальные выплаты, которые были прекращены. Такая выплата должна произойти, конечно же, с учетом еще и индексации этих сумм за период вот незаконного прекращения таких выплат. Хочу отметить, что сам факт существования почти год такого незаконного нормативного акта, которое подписано Яценюком, дает нам основание утверждать о том, что была совершена попытка геноцида в отношении населения людей, которые проживают на территории Луганской и Донецкой Народной Республики. Поскольку именно этим нормативным актом, по сути, люди были оставлены без средств существования. И учитывая данный факт, есть смысл готовить документы для обвинения конкретных лиц Украины в совершении покушения на такое преступление международного масштаба, как геноцид. Алина Черняева, Геннадий Горбунов, Новороссия ТВ. Год назад, 15 октября 2014 года, был сформирован отдельный Краматорский комендантский полк 1-го армейского корпуса. Свой первый юбилей подразделение отметило с размахом. Товарищ министр обороны, отдельный Краматорский комендантский полк по случаю торжества годовщины образования полка построен. Командир полка, полковник Орозов. Здравствуйте, товарищи. Здравия желаю, товарищ министр обороны! Поздравляю вас с первой годовщиной отдельного комендантского полка. Ура! Ура! Ура!
Построение личного состава, торжественный вынос флага ДНР и боевого знамени подразделения, напутственные слова командования. История полка начинается задолго до даты его официального формирования, еще с апреля 2014 года, когда первые события на юго-востоке тогда еще Украины начинали приобретать очертания войны. 12 апреля прошлого года отряды ополчения, в рядах которого были офицеры нынешнего отдельного Краматорского комендантского полка, вошли в город Славянск. До 5 июля 2014 года бойцы сдерживали наступление украинской армии, защищая город. Эти военнослужащие стойко сдерживали и отстаивали территорию Донецкого региона. За ними оборона Шахтерска, Тореза, Снежного. Они принимали участие в боях за мемориальный комплекс Саур-Могила и Донецкий аэропорт, город Углегорск и Дебальцево. 17 сентября 2014 года, согласно приказу министра обороны ДНР номер 92, на основе комендатуры города Донецка было сформировано управление военной полиции Донецкой Народной Республики. Почти месяц спустя, 14 октября прошлого года, по приказу командующего корпуса Министерства обороны ДНР был сформирован комендантский полк. Днем формирования части 08-816 считается 15 октября. В ноябре 2014 года состав полка принял присягу на верную службу народу Донецкой Народной Республики. Год спустя стройно стоят ряды военнослужащих отдельного Краматорского комендантского полка. Ребят окропляют святой водой в знак их благословения. Митинг по случаю образования отдельного Краматорского комендантского полка объявлен закрытым. Торжественно звучит гимн Донецкой Народной Республики. Военнослужащие по команде командира уже приготовились к маршу повзводно. Шагом! Марш! С этими ребятами мне пришлось вместе воевать в том же Шахтерске. Они были под моим командованием, когда впервые мы использовали тактику, именно вот уже будучи, так называемым, ополчением. Я командовал БТГРом тогда, и Виктор Юрьевич вместе со своим подразделением прибыл в мое подчинение. Хочу сказать, что ребята действительно достойные. Поверьте, в далеко нелегкое время бороться с мародерами, убийцами, со всякими, скажем так, отребьем человеческим. Это нужно иметь честь, совесть и достоинство, чтобы действительно, как говорится, лукавый не затянул в ненужном направлении. Ребята молодцы. И действительно, комендантская служба, она должна быть, военная полиция должна присутствовать, для того, дабы пресечь правонарушения среди военнослужащих. Как ни крути, все равно такие имеются. Поэтому ребятам крепкого здоровья, самое главное, как можно меньше слышать выстрелы, слышать их только на полигонах и управляться, скажем так, словом больше, чем оружием. Поэтому желаю крепкого здоровья и мирного неба. Теперь мероприятие переносится в актовый зал. Места спешат занять военнослужащие и их родственники. За заслуги, службу и доблесть бойцам были вручены наградные знаки, грамоты. Также некоторым были присвоены досрочные звания. Концертная программа завершилась празднование годовщины отдельного Краматорского комендантского полка. Оксана Волчонок, Вячеслав Богайчук, телеканал «Новороссия», город Донецк. 17 октября исполнился ровно год со дня образования отдельного ремонтно-восстановительного батальона. В честь этого в Доме культуры имени Пушкина состоялся концерт, посвященный юному взводу 08-813. Год слаженной и трудоемкой работы защитников Родины ознаменовался личными достижениями солдат и руководящего состава, которых сегодня наградили почетными грамотами, а кому-то присвоили новые звания за достижения в своем подчас нелегком деле. Всех тех, кто погиб, выполняя свой долг, почтили минутой молчания. О слаженной работе со своими соседями и, как следствие, добрыми товарищами рассказал глава Буденновского района Владимир Гетов. Батальон очень плотно участвует во всех жизнеобеспечениях нашего района, помогает в вывозе гуманитарки, помогает с наведением порядка.
даже, скажем так, то место, не совершенно промзона, на которой находится батальон, не всегда была благополучна в отношении дисциплины вечерами. Очень дисциплинировала жителей, отзываются очень много хороших, добрых отзывов. Батальон очень много делает. Я видел их ратный труд на месте. Они строят и дороги. Командир батальона Александр Анатольевич с позывным «Конго» выразил слова благодарности и поздравил своих солдат. Ровно год назад, 17 октября, приказом командующего был создан ремонтно-восстановительный батальон. Задача его – это ремонт и восстановление техники, боевой техники. Вот ровно год уже рембат служит, рембат работает, рембат все знают. Не только делаем и военную технику, мы помогаем, вот, в частности, Буденновскому району, вот, отделу образования. С первого дня люди служат добросовестно, отлично, хорошие специалисты. Ну, как говорили, 90% успеха в бою – это наше. От того, как мы отремонтируем эту технику, от того, как она будет себя вести в бою, это зависит от жизни солдат, которые там на передовой. Поэтому все относятся к этому с большой ответственностью. Никогда к нам не было ни претензий, ни рекламации. Алина Черняева, Вячеслав Бакайчук, Новороссия ТВ. А 14 октября состоялось открытие мемориальной плиты в честь погибшего на Саурмагиле Олега Гришина. Мероприятие проходило в Донецкой школе номер 58, в которой он учился. В 80-х годах Олег служил в Советской армии, был награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды и медалью за отличие в охране государственной границы СССР. Он прошел войну в Афганистане. С началом боевых действий на Донбассе в 2014 году вступил в ополчение ДНР, став командиром взвода батальона «Восток», его позывной был «Медведь». Саур-могила в этой братоубийственной войне стала стратегически важным объектом, поскольку курган является самой высокой точкой на прилегающем степном пространстве. В конце лета бой против украинской танковой армады на Саур-могиле принял взвод батальона «Восток». Против 32 человек пошло 15 танков. Сдерживать непрекращающийся натиск противника, неоднократно вызывая на себя огонь собственной артиллерии, горстке солдат удавалось 13 дней. Олег погиб 28 июля. Сослуживцы любили и уважали Олега Гришина, бойцы военного подразделения «Восток» по-прежнему называют себя «медведевцами». Указом главы ДНР от 10 сентября 2015 года Олег Гришин был удостоен звания Героя Донецкой Народной Республики посмертно. Александр Захарченко выразил слова соболезнования жене погибшего Олега и вручил награду мужа – золотую звезду Героя Донецкой Народной Республики. Олег отстоял эту высоту, обеспечил удачное наступление, удачную оборону. Можно сказать, что он спас жизни, наверное, сотен пацанов, которые воевали, сотен, которые в Шахтерском и под Иловайском. А самое главное, он показал, что дух Донбасса не сломит никому. Тогда у нас было всего меньше. Меньше автоматов, меньше патронов, меньше снарядов, совсем мало танков, практически не было артиллерии. Ну, знаете, спасибо этой земле, спасибо таким людям, как он. Поэтому указом главы Донецкой Народной Республики 10 сентября 2015 года под номером 353 о награждении золотой звездой Героя Донецкой Народной Республики награждается Гришин Олег. Прошу родственников подойти для вручения награды. Медаль вручается вдове героя Гришиной Татьяне Николаевне. У кого в руках были цветы, возложили их к новому мемориалу. В этот момент очень символично пошел дождь. Дарья Черничная, Вячеслав Богачук, Новороссия ТВ.
историческом музее Великой Отечественной войны 15 октября прошло торжественное открытие диорамы «Бои в районе Саур-Могилы, июль 2014», которую создали члены Донецкого военно-исторического клуба, а идея создания диорамы принадлежит Союзу ветеранов Афганистана ДНР. Диорама изображает боевые действия в районе кургана Саур-Могила в августе 2014 года. Экспонат включает 150 фигурок бойцов армии Донецкой Народной Республики и украинских военных, около 30 миниатюрных танков, БТР и других видов вооружения. Торжественное открытие диорамы посетили первые лица республики, представители Совета безопасности ДНР, Союза ветеранов Афганистана, боевые товарищи и близкие погибших ополченцев на легендарной высоте. В диораме представлены вооруженные силы Донецкой Народной Республики, защищающие Саур-Могилу, и вооруженные силы Украины, производящие штурм этого мемориального комплекса. В диораме присутствует около 150 миниатюр воинов, где-то около 30 единиц бронетанковой и вспомогательной техники и, соответственно, макет самого комплекса мемориального, который представлен еще до разрушения в ходе боевых действий. Работа произведена в течение 50 дней примерно. То есть поставлена была задача в кратчайшие сроки выполнить этот объем. И, собственно говоря, основная сложность всего мероприятия заключается в том, что в условиях экономической блокады не работает ни почта, ни перевозчики. И с большим трудом нам приходилось доставать соответствующие миниатюры и единицы модельной техники. Дарья Чернична, Елена Чистякова, Новороссия ТВ. А на этом у меня все. Я напоминаю телезрителям, что более подробную информацию вы можете получить, посетив официальные ресурсы Новороссии ТВ, интернет-сайт и YouTube-канал. В студии для вас работал Дмитрий Подорожник. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и не переключайте канал.